Всем привет! Доброе утро, вечер или день. С вами снова я, Елена, и сегодня хочу распаковать вот эту вот огромную посылку из Озона, точнее, книжную посылку. Ну, вы недавно уже видели мой обзор на книги. Это был другой магазин. И да, я покупаю книги со скидками и пополняю в основном коллекции. У меня очень большой запас книг до конца моей жизни, чтобы все прочитать и снять для вас отчеты, стоит или не стоит покупать. И тут у меня накладная. Собственно, здесь список книг не так уж много, но почему-то они в огромной коробке. Может быть, это не весь список. Давайте посмотрим, потому что я уже очень давно с Озона не заказывала, и иногда они тоже какие-то устраивают сюрпризы. Возможно, что там просто половина коробки – это газеты. Если, как правило, я забираю из пункта выдачи, который у меня рядом с домом, то там коробки не распаковывают. Вот. Если я забираю из пункта выдачи не рядом с домом, то там, как правило, коробки распаковывают, достают оттуда все содержимое, и, в общем-то, ты домой идешь с этим содержимым. То есть нужно, как правило, брать с собой сумку или пакет, чтобы, в общем-то, все это донести. Вот, рядом с домом здесь не распаковывают, поэтому все в коробке. Все в реальном времени. И да, здесь, как всегда, очень много газеты, бумаги. И да, тут у меня книжечки. Давайте я их достану и с вами посмотрим, что, собственно, приехало. Итак, друзья, вот такая стопочка книг. И самая большая сверху. Так, давайте, наверное, вот эти отодвинем. Вот так она выглядит, вот так звучит. Это, я думала, на самом деле, что она будет меньше и гораздо худшего качества. Еще хрустит, новенькая. Боже, смотрите, какой класс. Здесь все в виде чертежей, прям вот до миллиметра. Это просто потрясная книга. Я даже вообще ничего говорить не буду. Просто потрясная книга. Ну, надворные постройки, я думаю, не надо озвучивать, что это гараж, беседка, туалет. В общем-то, все, что на дворе, то бишь на земле стоит, ну, кроме жилого дома. Быстро, без ошибок. Вообще потрясная книга. У меня просто нет слов. Все до миллиметра. Приведены чертежи. Не просто какие-то наметки. Ну вот я показала. Думаю, что видно. Да, вот все в мельчайших деталях. Что с чем соединять. Какого размера. Что насыпать. Как отрезать. Ну вообще просто супер. Настольная книга. Ну, картинки черно-белые. На самом деле, может быть, и неплохо, что они черно-белые. Все зато ясно и понятно. Потрясающая книга. Я вообще безумно довольна, безумно рада, что она такая большая. И, ну, я думала, что она вообще журнального типа и как минимум вот такого размера. Ну, может быть, даже в половину. Вот, ну. Просто гигантская, потрясающая книга. Так, по-моему, две книги я заказала эксклюзивные от Галины Кизимы. И это у меня мама подсела, она ее случайно нашла в интернете. Какие-то видео, мастер-классы ее по садоводству, огородничеству. И вот она говорит, закажи. Я буду читать. В общем, это единственное, что было в продаже. И, в общем-то, я решила заказать «Сад и огород без болезней и вредителей».
И разумная теплица, поскольку мы мечтаем о теплице, и, может быть, она в этом году у нас родится, наконец. И вот такие вот книжечки, пособия. Они не толстенькие, но здесь все достаточно просто, компактно. Есть иллюстрации, черно-белые, правда, но будем изучать. Потом вам расскажу, если кому интересно, стоящая книга или нет, потому что я вот до этого покупала тоже книги какого-то вообще малоизвестного автора, точнее, совсем неизвестного, и, можно сказать, выбросила деньги. Они у меня на даче лежат, может быть, будет дачный влог, покажу вам эти книги. Вот такую вот книжечку прихватила Александр Калинин. По-моему, у меня даже есть парочка его книг. В общем, тоже про всякие дачные штуки. Будем изучать. Тоже она мягкая, черно-белая. И рисунков здесь очень мало. Все будем изучать. Что лучше, встроенный полив или шланг, или опрыскиватель, дождевик. В общем, будем все изучать. Что лучше? Так, в тему про похудение. Вот такую книжечку заказала. Я подписана на их канал давно уже. Но как-то мне не очень нравится их стиль ведения видео. Когда начинаешь задавать вопросы, тебя просто игнорируют. Ну, книга была по акции, поэтому почему нет? Почитаю. Расскажу вам, вообще стоящая или нет. Как вы знаете, у меня есть книга Тани Федорищевой, по-моему. Ну, TGM канал у нее. И, в принципе, ее книга мне понравилась. Она у меня практически как настольная. Я ее вдоль и поперек уже изучила. Какие-то рецепты оттуда беру, упражнения, что-то такое. Теперь вот это вот тоже посмотрим, стоящая или нет. Действительно ли во всех книгах одно и то же написано или нет. В общем, потом с вами поделюсь. Также была акция, правда, старенькие книжечки, не новые. И одна вот тут вот, ну, на удивление, порвана оказалась. Вот прям дырка. Это очень неприятно. С лабиринтом у меня такого никогда не бывает. Рваных книг. И вообще книги, как правило, в хорошем состоянии. Вот здесь видно, что книги уже были в употреблении. Не знаю, как они попали в продажу. Тем более на такой крупный сайт. Ну вот, затертые края. То есть, ну, видно, что книги не первой свежести. Вот, в общем-то, я думала, что они гораздо более хорошего качества будут, но вот так вот. Да, в общем, и то со скидкой, да, я купила второй и четвертый том, первого и третьего в продаже не оказалось. Так что я подписалась, буду ждать вторые два тома. Это полное собрание сочинений в четырех томах. Эдгар Аллан По, кто знает, знаком, читал и любит, ставим пальчик вверх. А мы с вами переходим к следующей книжечке. Вот такая вот тоже небольшая книжечка. У меня мама мечтает о коптильне, вообще что-либо коптить на даче. Рыбу в частности. Вот. И тут, в общем-то, приводятся примеры разных видов, то есть как можно коптить в печи, как в бочке, как придумать самому какую-то конструкцию, чтобы коптить продукты в домашних условиях самостоятельно. Вот, и, в общем-то, здесь какие-то вариации приводятся и описываются, как это можно сделать самим. И тут есть рецепты. В общем, тоже, думаю, интересная книжечка на лето. Будет чем заняться. Так, в поддержку еды заказала две книги. Ой, известного дядьки, доктора Пьера Дюкана. Не знаю, я давно положила эти две книги в корзину, и
Очень давно собиралась их купить, но все как-то не складывалось. Судьба, собственно, я не умею худеть, и 350 рецептов диеты Дюкана. Ну, это, видите, здесь написано продолжение книги. То есть это как первый том и второй том. А на фоне у меня кошка орёт, не обращайте внимания, у нее просто женские дни. Вот, в общем, и была скидка на эти книги, я решила, что почему бы нет, около 50% скидка, а так они стоят около 600 рублей за книгу, вот, даже, может быть, чуть больше, они достаточно толстые, в твердом переплете, нестандартного формата, и, ну, не знаю, я просто изучаю разные варианты, да, вот, как... с книгой Ти-Джим или воркаут, то есть разные способы похудеть. В принципе, они все между собой перекликаются, но просто разные люди по-разному пишут. А здесь рецепты, а здесь, собственно, теория. Теория о том, как, почему, какие этапы есть худение, для что мы должны исключить, от чего отказаться, почему. Ну, в общем, здесь, скажем так, теория. А как подойти к вопросу похудения с психологической точки зрения. Вот, собственно, тоже до этого я дойду, почитаю, расскажу вам, стоит или нет. Наверное, надо месячишко попробовать тоже и эту диету, чтобы понять, вообще стоит или нет. И последняя книга, вернее, крайняя, но не последняя, в моем случае никогда не бывает последней книги, это такой ужастик-детектив Джефф Пови «Клуб серийных убийц». Ну, собственно, здесь ничего не нужно говорить, здесь, в принципе, все сказано и на обложке, и в описании, если хотите, остановите, почитайте. В общем-то, про серийных убийц, про их жертв, ну, книга как книга, в общем, почитаю, вам расскажу обязательно. Так что оставайтесь со мной, кто не подписан, подписывайтесь, и мы с вами увидимся в следующих видео, в обзорах, в отчетах о прочитанном и так далее, и так далее. Всех целую. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.